Общегородской выпускной отметили в Хабаровске. Праздник по традиции прошел в Платинум-арене. В этом году со школы прощались более 2500 одиннадцатиклассников. К одному из главных торжеств в своей жизни особенно тщательно готовились, конечно же, девушки, меняя несколько нарядов за вечер. О чем мечтают сегодняшние выпускники, выясняла Виктория Барсукова. Собираться у Платинум-арены выпускники стали за 2 часа до начала мероприятия. Вчерашние школьники делились результатами ЕГЭ, фотографировались, смеялись. К 9 вечера в Ледовой арене наблюдается аншлаг. Выпускники и родители ждут церемонию награждения. Леониду Максимовичу, выпускнику лицея «Звездный», достигшему 100-бального результата по русскому языку. В этом году в Хабаровском крае 16 человек получили 100-бальные результаты на ЕГЭ. Награды и подарки вручили не только отличникам, но и артистам, волонтерам, спортсменам. Вы молодцы. Мне жалко с вами расставаться. И я хочу, чтобы вы все поступили в наши вузы. Закончили их и остались здесь работать. Я хочу этого, правда. Но, несмотря на искреннее желание главы города оставить выпускников в Хабаровске, сами вчерашние школьники планируют попробовать свои шансы за пределами региона. Чаще всего в приоритете вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Я поступаю в военное училище в Санкт-Петербурге. Мне нравится и Санкт-Петербург, и Владивосток. Тут уже решат баллы. Хочется, конечно, в Москву или в Петербург. Моя мечта – это стать дипломатом, послом Российской Федерации. И, ну, наверное, международное отношение. Не меньше, чем награждение, выпускники ждали неофициальную часть мероприятия – танцы, выступления музыкальных групп и неформальное общение. Многие специально готовили наряды. Мерили и пышные, и всякие разные. Вот в итоге остановились на таком сиреневом, с декольте и с платьем в пол, такое обтягивающее. Но это так, чисто casual. Это уже второе платье за вечер. Это уже второе платье за сегодня, да. Я объездила очень много магазинов по всему городу, но в итоге в интернете мне понравилось вот это, и я его взяла. И она подошла по размеру. В этом году, кроме программы на танцполе, для выпускников подготовили еще 20 интерактивных зон. Мы делаем браслет на память, чтобы выпускной символизировал браслетом. Помимо сбора браслетов, выпускники могли поиграть в приставки, проверить интеллект в квиз на орбите и отправить космопочтой письмо в будущее себе или кому-то еще. Торжество в Платинум-арене шло до 3 ночи. А вот встретить рассвет на набережной в этом году помешал дождь. Виктория Барсукова, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния».